Жителя Жанаузена задержали по подозрению в развращении ребенка. В полиции уточнили, что мужчина дотрагивался до интимных мест девочки на детской площадке. Это увидела ее мама и вызвала стражей порядка. Видео с места задержания очевидцы сняли накануне. Местные паблики облетела информация о том, что малышке 6-7 лет, а горожане едва не кинулись вершить самосуд. Зарегистрирован факт по статье «Развращение малолетнего». Если вину 37-летнего мужчины докажут, ему грозит до 12 лет тюрьмы. Примерно в 17 часов на пульт дежурного 102 поступил вызов о том, что по адресу город Жанаузен, 4-м микрорайоне, мужчина дотрагивался до интимных мест несовершеннолетней девочки. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований УП города Жанаузен по статье 124 УК РК. 37-летний подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.